шаге от десятки сильнейших в американском Лейк-Плэсиде завершилась 31-я зимняя универсиада. В общекомандном зачете на стартах наши атлеты заняли 11-е место, почетное место из 43 стран мира. О том, как встречали наших спортсменов на родине, в материале Алишера Накипова. Столицей зимних олимпиад 1932 и 80 года за медали в 12 видах спорта боролись более 1500 атлетов. Честь нашей страны на универсиаде отстаивали 78 казахстанцев. На славу студенческого спорта республики больше всего постарались биатлонисты. На их счету 2 золота, серебро и бронза. Обладатель одной из наград высшего достоинства Вадим Куралес сегодня прибыл в столицу. Спортсмена торжественно встретили в аэропорту. Благодаря атлету сборная Казахстана ворвалась в медальный зачет зимней универсиады. В индивидуальной гонке на 15 километров биатлонист завоевал первую для страны медаль, оставив позади своих оппонентов из Норвегии и Франции. Большое спасибо всем, что приехали. Спасибо родным, близким за поздравления всем, кто приехал, уделил свое время. У нас парень занял одно второе место, одно третье место и... Еще один парень, Турлбеков Бекентай, он занял в спринтерской гонке первое место, тоже у него золото. Ребята, на самом деле, все молодцы, никого обделять не буду, все работали, все давали максимум усилий. Помимо биатлонистов, достойный урожай собрали прыгуны с трамплина, еще одно золото и серебро. Отличились также наши атлеты по шорт-треку и лыжники, а хоккеисты с шайбой стали третьими. Таким образом, в общекомандном зачете на стартах Казахстан занял 11 место из 43 стран. В копилке сборной 11 наград, 3 золотые, 4 бронзовые и 4 серебряные. По итогам зимней универсиады первое место заняла Япония с 48 медалями. За ней следует Южная Корея и замыкает тройку Канада. Казахстанских спортсменов поздравил президент. Выступление наших спортсменов Касым-Жомарт Токаев назвал настоящим подарком. Для сравнения, 4 года назад наша сборная выиграла лишь 7 медалей. Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме. Продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков в условиях жесткой конкуренции, завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан. Следующая зимняя универсиада состоится через 2 года в итальянском Пьемонте. Алишер Накипов, Нургали Мамурбаев, Хабар 24.